Наконец-то зима пришла в Москву. Ну как пришла? Начинает приходить в полной мере. Буквально с утра снега был мизер. Сейчас не знаю, видно, не видно. Снежок идет. Вот так вот примерно замело машинку. Вон, видите, что машины стоят под снегом. Вот на земле. Опять же снег лежит. И это все выпало буквально за каких-то 2-3 часа. Коммунальщики уже, видите, начинают в усиленном порядке убирать снег. Вот, буквально сделал пару шагов. На ботинках у меня уже сантиметра 4 снега лежит. Так что с новогодним почином. Хотя сегодня 27 ноября.